Здравствуйте, здравствуйте, всем доброе утро и добрый, вот такой дождливый, хмурый, но достаточно теплый, все равно комфортный футбольный день. Мы его начинаем из недр Сибири, из славного города Красноярска, фактически центр города, знаменитая локация, остров отдыха и центральный стадион, где, конечно же, базируется славный красноярский Енисей. Помню, что Енисей пока ограничился одним-единственным сезоном пребывания в российской премьер-лиге. Это было еще как раз до попадания туда в элиту футбольного клуба Сочи. Сезон 18-19. Итак, игра стартовала. Игра шестого тура Мелбет первой лиги. И пришло время первого енисейского углового. Десятая минута как раз завершается. Сильно, и скидка очень хорошая, мяч в воротах. Вот это явно совершенно был стандарт отработанный. Дальняя штанга, скидка, и вы видели этот взгляд. Андрей Валерьевич, ну, в душе-то ликует, конечно, сработало. Сработала командная подготовка. Конечно, Карабаш, ну, во-первых, очень молод, во-вторых, мало о нем что известно, но тем не менее, вот он уже третий матч подряд ворота команды защищает. Начинал сезон Максим Рудаков. И снова смерти на коротке. Очень неплохо разбирается Енисей. Левая нога Ломакина. Продолжение есть у хозяев. Гелизидинов в ближний угол здесь. У штанги внимательно Карабашев. Но тем не менее зарабатывают угловой хозяев. А мы прекрасно помним, чем закончился первый назначенный у ворот Сочи угловой. Мог бы, наверное, разыграть, но следует все-таки подача Марселу. Я думаю, что это был удар по воротам. Очень сложной траектории направлял мяч Марселу Алвес. Соперника, но очень неплохо. В итоге Сочи разобрался с этой работой в отборе. И удар начал. Вносил Саведра. Вносил удар с дальней дистанции. Отличный удар. Мяч с внешней стороны в сетку попадает. Просто потрясающее исполнение. Ну, не хватило только главного. Конечно, попадание в створ. А так и траектория, и сила. Экс-наставников сочинской команды, который сейчас работает в Черноморце. Удар! Какой штанга! Это все тот же Максим Савельев. Великолепно он пробил. Позиция это была совсем не айс. Совсем не идеальная. Но пробил просто классно. Опасная атака Сочи. Удар нужно дело доводить. Бьет Владислав Левин. Он же мяч забирает. Отдает на Макарчука. Мяч в поле. Опасно Писарский из пределов вратарской. Мяч подрабатывал себе. Это было очень непросто сделать. Но вот пробить категорически не удалось Владимиру Писарскому. Здесь Левин. Попытка пробить через себя Гори Рапа. Не совсем уместная. И это будет желтая карточка Кириллу Заике. Внимание, а она у него вторая. Если считает арбитр, что это симуляция, то это будет удаление в концовке матча. Нам нужен повтор обязательно. Негодует Роберт Морено. Отдача. Писарский здесь не проигрывает. И падает в отчаянии Игнасио Саведра. И это финальный свисток. Он звучит за кадром после уже заключительной, неудавшейся атаки Сочи. Енисей побеждает в этом сложнейшем матче.